лет 6 назад Беларусь славилась своим гуманным отношением к туристам. И белорусы всегда были очень приветливы, очень как-то располагали к себе, ну, по крайней мере, это то, что я помню. Сейчас же, после, сами знаете, каких событий и огромного количества приваливших сюда на выходные россиян, происходит вот то, что происходит. Квартира за кучу денег, которая выглядит как полубабушатник, и где нет горячей воды. Поэтому мы в Минск-Мире теперь. Тут сняли, слава богу, хорошую, но в два раза дороже. Давно хочу посетить Казахстан. Это вот та страна, которую я могу себе позволить.